Группа компании «Стрижи» подарила жителям Новосибирска праздничный концерт с участием звезд джазовой музыки и солистов театра оперы и балета. А специальным гостем стал кубинский певец и музыкант Сику Плам. Тему продолжит Александр Куршев. Вместо сцены и софитов – дворовая площадка. Вместо смокинга – теплый пуховик и рукавицы. Сибирский диксилент в полном составе зажигает под афроамериканские ритмы. У жителей Северной Короны и гостей жилищного комплекса сегодня праздник. Больше 300 человек пришли поучаствовать в зимнем флешмобе, изобразить стрижей. Парадом командует солист Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян. Это идея группы компании «Стрижи», и мы это сделали. Я, Карен Мовсесян, буду петь сегодня здесь песню «Сердце на снегу». И мое сердце действительно сегодня останется на этом снегу, потому что я такого никогда не видел. Северная Корона – это тот жилой комплекс, который должен просто пользоваться невероятной популярностью, потому что здесь такая сплоченность, такие соседи, такая шикарная обстановка и атмосфера самое главное. Кому не хватило для разогрева горячего чая, идут в пляс вместе с кубинским музыкантом Сикью Пламом. По мнению генерального директора группы компании «Стрижи» Игоря Белокобыльского, такие акции помогают налаживать добрососедские отношения. К этой осени мы вокруг Северной Короны сформировали 17 гектар земли комплексной застройки в едином месте. То есть здесь будет строиться микрорайон по размерам больше, чем микрорайон «Стрижи». И, соответственно, Северная Корона получилась так, что она является стартапом этого нового большого микрорайона. Первая очередь, почти 850 квартир, уже сдана. Дом кирпичный с переменной этажностью. Закрытая территория, подземная парковка, компактные детские площадки, современные системы безопасности и коммуникации. Вторая очередь включает в себя 2 16-этажных дома. Вот в эксплуатацию 31 декабря. Новый год люди будут отмечать в новых квартирах. Очень теплые квартиры, очень светлые, планировка отличная. Все и нравится. Хорошо налажена инфраструктура. В плане у застройщика сделать удобные транспортные развязки и зоны отдыха. В 2017 году первая очередь Северной Короны получила приз как лучшая новостройка Новосибирска. Одним словом, жизнь там песня. Александр Куршев, Евгений Агеев, Новости ОТС.